Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. Вот перевод последних новостей, которые опубликованы в наших кабинетах ID iEagle на этой неделе. Уважаемые партнеры, хочу проинформировать вас о текущем положении дел. Мы создали новую систему, которая будет создавать инвойсы при оплате регистрационного взноса и ежемесячных платежей. На прошлой неделе мы обсудили с мастерами позиции в бинаре и сейчас начинаем размещение в бинаре. Мы начали создание заемных пакетов, по-английски это звучит как loan packs, которые должны быть созданы завтра. Не очень понятно, что это такое. Белую бумагу для Eagle Social Gold Coin планируем выпустить на этой неделе. И после этого мы сможем конвертировать наш баланс в Eagle Social Gold Coin. Ну, неделя уже подходит к концу, на дворе пятница, насколько я вижу, пока в кабинете без особых изменений. Мы открыли новый офис ID iEagle площадью 200 квадратных метров и сейчас расставляем мебель и оборудование. Цель данного офиса в том, чтобы поддерживать лидеров и команду. Наш бизнес ID iEagle начался сегодня с продажи двух контрактов на золотые монеты и нескольких пакетов. Воодушевление людей и полный офис дает основание для оптимизма и дает надежду на будущее. На этой неделе мы с Клаудио улетим в Дубай, у нас там пройдут некоторые встречи, на которых будем решать вопросы юридического регулирования в различных странах, чтобы закрепить права инвесторов. С уважением, ID iEagle Management. Вот такие новости на данный момент. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго.